Библейский портал экзегет.ру представляет. Толкование Евангелия от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Первые слова, которые Христос произносит, «не судите, да не судимы будете». Простая заповедь. И, конечно, было бы очень хорошо, чтобы все ее исполняли, но поскольку человек устроен таким образом, что он мир воспринимает через логику рассуждений, а за логикой рассуждения именно стоит оценка происходящего, мы вынуждены постоянно судить. Судить, что и как происходит. Об этом ли эти слова или о чем-то другом? Толкователи говорят о том, что заповедь «не судите, да не судимы будете» говорит нам, конечно, о другом. Мы не можем судить человека на предмет того, совершает он грех или не совершает перед нашими глазами. Если очевидно из его действия, что оно греховно, то не всегда речь идет о необходимости этого человека осудить и наказать. Мы должны осуждать грех, но должны любить человека. И вот в данном случае Христос просит нас быть очень внимательными к тому, что против нас или для нас делают наши ближние. А дальше, по сути дела, слова раскрывают необходимость так поступать. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Греховный человек устроен таким образом, что он чаще всего обращает внимание на грехи, которые в нем самом есть, страсти, которые в нем есть. Именно здесь можно сказать, что действие ближнего против нас мы можем назвать сучком, а данную страсть, базирующуюся на этом грехе, который находится в нас, мы можем назвать бревном. И вот Христос говорит, что не случайно ты обратил внимание на человека в твоих глазах грешника. Ты это сделал именно по той причине, что в тебе в самом есть, кроется страсть греха, который ты обнаружил в ближнем твоем. Занимайся именно тем, чтобы изъять из своего естества эту страсть. И слова следующие тоже есть продолжение этой очень важной мысли. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Очень интересно получается, что любой человек, осуждающий своего ближнего, является лицемером. Какая связь между лицемерием и между осуждением? А связь очень простая, если мы являемся людьми верующими, если мы принимаем учение нашего Господа о спасении. Всякий человек по откровению Божию, по учению церковному грешник. Нет никого, кто был бы праведником. Так вот, осуждение человека на предмет греха с нашей стороны есть вольное, может быть, чаще всего невольное выставление себя праведником. Но как я могу сказать о том, что я праведник, если я грешник? А если я грешник, а говорю о том, что я праведник, значит, я лицемер. И поэтому по учению Христову получается, что, пожалуй, самое важное для человека, чтобы обрести спасение, это научиться не осуждать. Не случайно преподобный Авросий Оптинский говорил, не осуждение без труда спасения. И для человека, который борется со страстью осуждения, с раздражительностью, за которой, конечно, стоит гордость, самое, пожалуй, главное – это научиться не обращать внимания на недуг памятозлобия. Именно памятозлобие по отношению к нашим ближним делает нас людьми неспособными уметь прощать, но способными осуждать, что запрещает заповедь Господня. «Не давайте святыне псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, ибо чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вот тоже заповедь, которая требует объяснения, потому что это приточное выражение. Святыню нельзя давать псам, а жемчуг нельзя бросать перед свиньями. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая над теми
кто такие псы и кто такие свиньи, говорит о том, что псами можно назвать людей, пребывающих в неисцельном нечестии, а свиньями – тех людей, кто живет невоздержанно. Что значит нечестие? Сам по себе термин «нечестие» обозначает то, что человек отвергает очевидное для своего сердца, для своей совести. Ну, например, веру в то, что мир создан Богом, в то, что Господь пришел и принес спасение. Сознательное отрицание всего этого делает человека нечестивым. А свиньями святитель Иоанн Златоуст называет тех, кто живет невоздержанно. То есть, оказывается, можно и знать законы Божии, исполнять даже заповеди Христовы, но исполнять только частично, а своим невоздержанием все перечеркивать, сделанные для спасения. И вот в данном случае Господь говорит, что не надо нечестивцам открывать святыню, то есть учение о спасении. Им все равно это не поможет. Подобно тому, как псы, какую бы им святыню ни давали, они, воспринимая, что это дается им еда, все равно растерзают ее своими зубами. То же самое, как и свиньи. Когда им что-то дают, они могут и жемчуг утоптать в грязь, поскольку живут постоянно в этих грязных лужах. И тогда мы должны поставить вопрос, наверное, ребром. А как мы можем узнать, человек этот, который нечестивец или который живет невоздержанно? Пожалуй, это самое сложное. И здесь мы должны прислушиваться к голосу церкви. Потому что церковь может только своим соборным разумом сказать, кто перед тобой находится. Иными словами, эта заповедь достаточно непроста. Поскольку сначала Господь говорит не осуждать ближнего и не судить, а потом дает эту заповедь не давать святыне псам, не бросать жемчуга вашего перед свиньями. Наверное, только человек, у которого очень развита духовная интуиция, человек, который может именно по действиям, по поступкам ближнего своего определить, попирает ли он веру ногами, подобно псу, или же втаптывает святыню в грязь, подобно свиньям, может в данном случае решиться не общаться с таким человеком. Просите, дано будет вам, ищите и найдете, стучите, отворят вам, и всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Вот в данном случае эти очень важные слова учат нас молитве о том, с каким намерением, с каким расположением мы должны подходить к Господу и просить о том, о чем нам заповедано просить. Если мы верим, что Бог всемогущий, что нет абсолютно ничего, чего бы Он не мог, Он даже и нас вызвал из небытия, создал нас такими, какие мы есть, не спросив нас, но наделив нас именно качествами, которые дают нам возможность познавать веру и идти путем спасения, мы должны не сомневаться, что Он подаст нам просимое и необходимое для нашего спасения. Но всегда ли мы слышим ответ на наше прошение? Вот дальнейший текст 7 главы говорит так: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом законы пророки». Но вот эти слова о любящем отце, который даже земной отец, знающий, что такое грех, подвластный злу и страстям, все равно любит своего сына и всегда подаст ему, если вот тот у него попросит хлеб, подаст хлеба, а не подаст ему камень, точно так же и любящий отец нас. Но именно неподание нам со стороны Господа просимого не является ли здесь, по сути дела, ну вот именно тем объяснением, что мы будем просить не то, что нам надо. Ведь часто бывает, что верующий человек, думая, что просит хлеба у Господа, просит у него на самом деле камень. Думая, что просит рыбу, просит, чтобы Господь подал ему змею. Поскольку Бог любит человека и желает ему спасения, конечно, он никогда этого не подаст. Ну и, пожалуй, вот эти слова: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки» – это есть так называемое золотое правило спасения. Надо сказать, что это слова, уже сказанные для новозаветного человека, водимого благодатью божественной.
В Ветхом Завете заповедь была ограничительной. Не делайте ближнему того, что себе не желаете. И ветхозаветный человек мог это сделать. Новозаветный человек может так поступить, только знающий, что такое истинное жертвенное служение. И в данном случае очень просто здесь иметь критерий того, как ты должен жить. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Ну, а дальше Господь говорит, что так поступать непросто. И слова «входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибели, многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их», говорят нам о том, что путь спасения непрост. И вот это постоянное утеснение себя, постоянное напряжение человека ради того, чтобы совершить добродетель, это и есть всегда критерий того, что ты на истинном пути. Если ты расслаблен, если ты живешь не напрягаясь, даже, может быть, зримо, внешне исполняя заповеди Божии, то можно поставить серьезный вопрос. На каком пути ты находишься? На широком пути, который ведет в погибель, или на узком, который ведет в вечную жизнь? То же самое касается и врат. Образ тесных врат, он, я думаю, понятен каждому. И здесь для внутреннего нашего человека все очень очевидно. Если ты употребляешь над собой насилие, если ты нудишь себя совершить заповедь, которую заповедовал тебе совершить Христос, то ты поступаешь верно. Если ты этого не предпринимаешь, то тогда, наверное, говорить о том, что все хорошо, слишком рано. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и в огонь бросают. И так по плодам их узнаете их». Вот это вот очень важное учение Христа о том, чтобы нам беречься лжепророков. В чем здесь дело? Ну, здесь, конечно, речь идет о том, что для верующего человека в мире сем всегда бывает очень много ложных соблазнов. Соблазны, которые ведут его не по пути спасения, а ведут куда-то в другое место. И определить верующему человеку, как перед тобой находится истинный проповедник спасения или неистинный, Господь помогает нам очень простыми словами. По плодам их узнаете их, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Надо сказать, что, конечно, то, что человек может тебя учить красивыми словами, это еще не все. Нужно, чтобы жизнь этого человека, который проповедует тебе, не расходилась с тем, о чем он учит. И именно подобно тому, как мы действительно не найдем на винограде каких-то репейников, или, как Христос говорит, не собирают с репейника смоквы, точно так же и только в единственном случае, если дела не расходятся со словами учения, мы можем сказать о том, что перед нами не волк в овечьей шкуре, а истинный пастырь. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и в огонь вметают». Ну, вот эти слова, конечно, говорят нам о том, что вера наша определяется именно теми делами, проявляющимися в жизни, которые могут засвидетельствовать о том, что мы истинно веруем. Вообще, надо сказать, что в Евангелии мы найдем немало таких образов, которые помогают нам понять, в чем дело. В свое время мы, может быть, скажем о притче о 10 девах. Там, если помните, девы забыли налить елей в сосуды свои для того, чтобы возжечь светильник. Вот огонь, он может гореть только при одном условии, если есть масло. Вера наша, как доверие Богу, может существовать только при одном условии, если мы эти заповеди Божии, нам заповеданные, совершаем. Это и есть тот елей, это и есть те добрые плоды, которые будут ходатайствовать о том, чтобы мы, как добрые дерева, не были порублены и не были ввержены в огонь вечный.
Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот здесь мы находим учение об опасности лжеисповедания. На первый взгляд, конечно, мы видим то, что кажется нам не совсем логичным. Люди изгоняли бесов, люди воскрешали мертвых, люди пророчествовали именем Господним, но слышал от Христа очень жестокие слова: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Но если мы обратимся к святым толкователям, в частности к блаженному Феофилакту Болгарскому, то в его объяснении многое станет нам понятным. Блаженный Феофилакт говорит, что здесь Христос знание называет любовью. Тогда получится текст: «Я никогда не любил вас». Но дальше мы можем поставить вопрос: если Бог есть воплотившаяся любовь, как же Он может не любить кого бы то ни было? Но здесь мы вынуждены сказать о том, что Христос использует так называемые антропоморфизмы, то есть для того, чтобы человеку лучше было понять смысл говоримого. Иными словами, «я никогда не знал вас, я никогда не любил вас» должны быть понимаемы слова так: «вы никогда не любили меня». И вот тогда здесь, по сути дела, все нам становится понятно, что самым главным критерием спасения выступает здесь не чудеса и не те внешние проявления благочестия, которые совершает человек, а именно и искренна любовь, которая бывает именно знаменем или знаком твоей близости к Богу. Действительно, очень часто бывает так и в жизни, в истории церкви мы в этом убеждались и убеждаемся, что человек, имеющий священный сан, может совершать чудеса. И Иуда, говорит блаженный Феофилакт, чудеса творил. Он действительно и бесов изгонял, и недуги исцелял, но делал все это силою Христовой. И имея в себе эту силу Христову, забыл ее прославить, забыл поблагодарить Господа, что имеет этот дар от Него. Все приписал к себе, по сути дела, и наслаждался этой славой, наслаждался именем своим, а не именем Божиим. И вот поэтому тот плод, который он должен был бы принести, конечно, он не принес, свою любовь и свою веру. Поэтому такой человек, мы видим, очень четко в тексте обозначено, проклинается Христом. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Вот последняя притча называется традиционно о мудром и неразумном строителе. Надо сказать, что по всей вероятности именно из этой притчи Святая Церковь в учении своем заимствовала термин «домостроительство». «Домостроительство» на языке церковном значит «спасение». И здесь мы видим, что Господь призывает всякого человека положить очень твердое основание, твердый фундамент для того, чтобы дальше строить дом или свое спасение. Что является этим твердым основанием? Ну, конечно, это сам Христос, Он есть камень нашей веры. С другой стороны, если мы вспомним начало Нагорной проповеди, то есть это конец, а мы вспомним то, с чего Христос начинал, то это заповедь «Первое блаженство: блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». И мы говорили, что нищета духовная есть не что иное, как смиренномудрие. Вот таким образом получается, что для строительства нашего дома выступает основанием именно смиренно-мудрее человеческое, именно смирение себя и исполнение заповедей Божьих в тайне, так, чтобы не видели ближние, чтобы не прославляли тебя, чтобы видел Отец Небесный. Но, с другой стороны, конечно, мы здесь можем сказать еще и о другом.
Когда Христос говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному», мы можем здесь порассуждать еще о чем. То, что мы читаем в Евангелии, читали сейчас в 7 главе, в частности, конечно, это не просто благочестивый совет благочестивого человека, подвижника благочестия, который спасся сам, который помогает нам идти путем спасения. Нет, это слова воплотившегося Бога, это слова самой истины, которая отчасти и воплотилась для того, чтобы нам на понятном для нас языке обозначить очень четко, принципиально и точно все те заповеди, без которых нам не спастись.